Всем привет! Хочу показать вам свою клевию, как она подросла. Это клевия дак. Ну, была во всяком случае дак. А теперь вот такая вот. Поменяла расцветку листьев. Листья прям белоснежные у нее. На дак совсем уже и не похожа. Такой красивый экземпляр. И хочу показать вам внутри материнского растения растет детка. Сейчас я растение переверну. Детка с этой стороны, вот она. У нее вот такие вот 4 листа. Получается, с одной стороны у нее совсем белоснежные 2 листика. И вот такая вот фукуриновая расцветка с другой стороны 2 листика. Вот прям из материнского растения, из центра ее. Имеет 2 точки роста. Хорошо это или плохо, неважно. Я люблю свое растение. Так что вот такие вот пироги.